Bunu sosyal medyada da dile getirmekten hiç çekinmiyorlar. Unutmayın yani, çekinmeyin. İnsanlardan çekiniyorduk. Merhabalar. Ну, давайте небольшое видео по глаголу чекинмек. Заодно, кто плохо разбирается в исходном падеже, заодно вспомнит и его. Итак, чекинмек – робеть, стесняться, воздерживаться, уклоняться, вот в таком смысле. Теперь поработаем над примерами. Например, гельмек истерсен, если хочешь прийти, чекинме. Не стесняйся. Или можем конструкцию поставить более в множественное число, или вот, вот такое уважительное. То есть гельмек истерсен, если захотите прийти, чекинме. Бичес формак истерсен, если захочешь что-то спросить, чекинме, не стесняйся. То же самое во множественном числе или уважительное обращение. Бичес формак истерсен, чекинме. Ну и последнее для этого первого пункта. Арамак истерсен, чекинме. Если захочешь позвонить, не стесняйся, не робей, мол. Арамак истерсениз, если захотите. Чекинмейн, если захотите позвонить, опять множественное число и, или уважительное обращение. Второе. Можно использовать и существительным. Например, алколю ичкилерден чекиньор. Он избегает алкогольные напитки. Алколю ичкилерден. Обратите внимание. Сигара дан чекиньор. Избегает сигарету. Стесняется сигареты. Конечно, здесь переводить мы не будем. Здесь уже приходит, воздерживается. Да, вот другое значение немного. Ялы ямеклерден чекиньор. От жирной еды. В общем, он не воздерживается, себе в этом не отказывает. Или ярдымымдан хич чекинмиор. Ну, не стесняется просить у меня помощь. От моей помощи не воздерживается, дословно. Главное для нас тут было, что все это используется с исходным падежом. Ичкилярден, сигарадан, немеклярден, ярдымымдан и так далее. Можно этот глагол использовать и с глаголом. И тогда глагол, который вы с ним используете, тоже будет сохраняться, вот, будет работать с исходным падежом. Например, дорую сөйлемектен чекиньор. Он стесняется говорить правду, или воздерживается говорить правду, или не хочет говорить правду, вот как-то так. Сөйлемектен чекиньор, в общем, сторонится этого дела. Или ялан сөйлемектен хич чекиньор. Вообще, короче, не стесняется говорить ложь. Здесь там рот ложь. Давайте буквально три примера по каждому из этих пунктов. Unutmayın yani, çekinmeyin. Unutmayın yani, çekinmeyin. Unutmayın yani, çekinmeyin. Вот первое мы услышали. Unutmayın yani, не забывайте. Çekinmeyin, не стесняйтесь, не робейте. Если что, мол, пишите, обращайтесь, что-то такое, наверное. Unutmayın yani, çekinmeyin. Unutmayın yani, çekinmeyin. Второе существительное. İnsanlardan çekiniyorduk. İnsanlardan çekiniyorduk. İnsanlardan çekiniyorduk. Инсанлардан чекиньордук. Мы стеснялись людей. В общем, сторонились людей, да? Инсанлардан, видите, исходный падеж. Инсанлардан чекиньордук. Инсанлардан чекиньордук. И, наконец, глагол, конструкция. Bunu sosyal medyada da dile getirmekten hiç çekinmiyorlar. Bunu sosyal medyada da dile getirmekten hiç çekinmiyorlar. Bunu sosyal medyada da dile getirmekten hiç çekinmiyorlar. Bunu sosyal medyada da dile getirmekten çekinmiyorlar. Вот dile getirmek это что-то сказать, то есть дословно привести к языку, привести на язык, то бишь сказать чекинмиорлар. Кто-то там не воздерживается. Это может быть и со знаком минус, и со знаком плюс, там, да, как мы видели. Робеть, стесняться, воздерживаться, уклоняться и все такое. Чекинмиорлар. Они не воздерживаются. От чего? Диле гетирмектен. Вот глагол гетирмек, он в исходном падеже и стоит. От того, чтобы говорить, что буну, где социаль медиа да, да. И в социальных сетях тоже. Bunu sosyal medyada da dile getirmekten hiç çekinmiyorlar. Bunu sosyal medyada da dile getirmekten hiç çekinmiyorlar. Bunu sosyal medyada da dile getirmekten çekinmiyorlar. Надеюсь, видео было полезным. С вас лайки, комментарии, всего доброго. У меня на этом все. Hadi bye bye.